Привет всем-всем-всем. А у нас новая посылочка. Давайте откроем. Куда дел ножницы? А вот они. Секунду. Так. Ну, как. Мастерски. Что там? Ага. Вот что. Что же это такое? Это вроде как защита для пальца. То есть, когда вы режете овощи, вот, она должна вам помочь тут застегиваться на пальце. В зависимости от того, какая толщина пальца у вас. Сейчас мы что-нибудь найдем и попробуем, как она защищает. Какой может быть тест у защиты пальца? Естественно, мы будем резать что-нибудь неудобное. Это в данном случае яблоко. Вот. Думал морковку, но ну его нафиг эту морковку. Будем яблоко резать. Вот. Надо придумать, как это правильно делается. Ну, я вот сюда палец поставлю. Как-то сюда. И возьмем ножик. Такой, чтобы от души. Попробуем, как она помогает нам резать. То есть мы как-то упираем. Она же немножко неудобная. И я упираю ножик вот так вот в нее, как бы. Так. Получается, даже если нож соскользнул, хотя, нет, так тогда заденет. Надо вот так как-то делать. Ну-ка, вот так вот. В принципе, это работает. Работает. Думал, не будет работать. Подытожим. Я, правда, не на том пальце ее держал. Она была вот на этом. Вот. Но снова подытожим. Защита для пальца, она работает. Казалось бы, все хорошо, но есть у нее один минус. Сейчас я покажу. Видели? То есть, однажды я, короче, резал, случайно зацепил эту часть. И вот покажу еще раз. Тут очень упругие вот эти вот кончики. И в итоге задеваешь ее чуть-чуть, она хоп и растягивается. А представьте, она расстегнется у вас, когда вы ножом работаете. То есть опасная все-таки штучка. Полезная, но опасная. Вот другой бы ремешочек какой-то придумать, была бы вообще тема.